Всем всего доброго, вы на канале Стас Кобальт, с вами Стас Кобальт. В общем, сделал я 9 фрагов, но... Чем бой, сейчас вот покажу 7 фрагов. 7 фрагов тоже сделал, ну, делаю вот на этом танке, да, там 6-7 фрагов. Сделал 9 фрагов, поэтому записал целое видео по этому поводу. А вообще хотел, я давно хотел поговорить по статистике и обещал поговорить по статистике. Вообще сейчас на статистику не смотрю, на статистику игроков, на статистику вообще кто там кто играет, там, знаете, следить за какими-нибудь там турнирами там и так далее. Вот почему? Потому что накручена статистика, может быть, просто как бы куплена, да, там, можете подумать, можете сказать. Ну, куплена просто статистика, как вот играете на прем-аккаунте, играете, допустим, с голдой, играете вы с какими-то там модами, читами, опять же, купленными, и вот вам и статистика, вот вам будет и результат и так далее, смотря сколько вы задонатите. Будет вам комфортнее играть от этого или нет. А опять же я говорю, вот допустим я играю как без голдовых снарядов. Вообще не люблю как бы даже на голдовых снарядах. Видите, у меня практически там не стоит эти голдовые снаряды. То есть видите, не знаю почему, ну привык так вот даже и не пользуюсь голдовыми. Ну серебро, да, там жалковато. Все-таки этого серебра его не так много. Это раз, во-вторых, донатить надо там тогда постоянно, чего тоже не очень так хочется, да. Да, там какая-то, допустим, вот, допустим, маскировка, там еще что-то есть, а вот, допустим, какие-нибудь дополнительные пайки, которые многие пользуются, опять же, они стоят за реальные деньги, допустим, вот я не пользуюсь. Вот, поэтому я говорю, что от этого я сильно не страдаю. Вот даже на примере этого боя могу показываю. Я говорю, что ну, практически в зависимости от танка, в зависимости от характеристик танка, можно понять, как бы хороший это танк или нет. То есть можно его смело даже продать и, допустим, себе более такой вот выкачать, более такой хороший танк. Поэтому если вы хороший игрок, как бы вы знаете характеристики этих танков, вы можете выкачать этот танк, чтобы не уходить в сильный минус. То есть и статистика тут для вас как бы ничего и не значит. Ну там какой-то танк продал, какой-то купил, да, на этом танке, на том танке у вас будет плохая статистика, зато на этом имбовом каком-то танке даже без голды можно эту статистику поправить или набрать эту статистику. Вот, то есть, ну, для этого, да, там надо попадать просто в топ, для этого надо просто знать, как играть и так далее, там, ну, чтобы в сильный минус не уходить. Поэтому я говорю, статистику я не смотрю, всякие, как играют, я говорю, тоже сейчас вот раньше, может, смотрел каких-то там тоже ютуберов, сейчас мало смотрю тоже, ну, потому что... Как бы это самое, уже как бы принцип есть понятно, принцип вообще этих игры, принцип это, поэтому многие сейчас на голде играют, то что я не очень так там уважаю, люблю смотреть с голдовых этих, да, стримеров. Поэтому я говорю, вот играю на обычном, как говорится, на обычном аккаунте, без прем-аккаунта, без голды, без читов. Вот, поэтому вот таких вот игроков я даже больше уважаю. Но таких вот даже стримеров их практически нет. Поэтому практически никого не смотрю. Вот. Так что можно играть и обычно, я говорю, что просто знать вот танки, знать какие-то характеристики, знать там еще что-то, какие-то вот метод игры, метод стрельбы и так далее. В принципе. И вот на примере, допустим, этого боя, опять же, я говорю, вот у меня, допустим, статистика там 6000к, да. Ну, это нормально для обычного, как бы, без всяких этих там примочек играю, поэтому сильно за статистикой это не слежу. Вот, допустим, здесь
вот в этом бою я решил просто как для примера показать, для примера сам иногда смотрю какие-то там бои, знаете, получаются очень хорошие. Тогда я начинаю, допустим, смотреть бой, как кто со мной вообще играл там, допустим, может быть, какие-то боты, да, играли, вот, ну, люди, допустим, играли со мной, допустим, если люди, смотрите, у них там, допустим, будет статистика, сейчас я буду показывать наглядно. Сейчас, допустим, бой закончится, я покажу наглядно. У них 8000к, 9000к, понимаете? То есть, по статистике, допустим, он должен вообще меня тут вынести, вот, буквально за 2-3 минуты, ну, как короче, не, короче говоря, не глядя, да? Короче говоря, и тем более, смотрите, весы, как бы, весы, да, идут счет. Счет 7-6, то есть там и так далее, как бы остаются игроки такие с 8000 и так далее. Там по статистике у нас вообще там 15%, мы должны вообще им слить как бы за 5 минут и все. Вот, то есть я говорю, что статистика, она ничего не решает, ничего она не дает. Да, она дает комфортности тем игрокам, которые играют на прем-аккаунте, на голдовых, но она дает им преимущество конкретно данному игроку, но, допустим, не дает ему какой-то там, знаете, то, что, как говорится, что дает ему какой-то, ну, даже там, даже кайф от игры он тогда получает, потому что у него все снаряды ложатся в цель. Но, опять же, я говорю, что, говорится, мастерство как большого от этого ему не добавляет, вот. Поэтому, видите, играю без читов, и смотрите, как снаряды ложатся, да, там, допустим. А кто-то играет с читами, и у него статистика даже хреновее, чем, допустим, чем у меня. Вот. Ну, вот сейчас бой скоро закончится, скоро буду показывать результаты, какие-то боя, результаты, почему статистике не стоит доверять. Вы можете сами проверить, там, если у вас какой-нибудь нереальный крутой бой, сами проверьте, криворуки и как вот это все зависит, там, ВБР, как он, допустим, влияет на вот эту всю механику, может влиять на каждого игрока, кто задонатил, кто не задонатил, допустим, кто... Допустим, это самое, ну, хорошо играет, то плохо играет. Тут важно то, что всех подравнивают, да, всех подравнивают. С этим я согласен. Всех подравнивают под 50%, да, как бы. Ну, если ты задонатил, у тебя будет там больше 60, до 70% побед. Тогда получается, вот вам и статистика, да, вот вам и будет результат. Ну все, вот конец боя, смотрите, в этом бою, да, 7 фрагов, в следующем бою, говорю, будет 9 фрагов. Но вот сейчас вот на примере статистики я каждого игрока сейчас прочекаю, то есть посмотрю, смотрите, мы должны были в этом бою вообще слить, по идее. Так, вот смотрите сейчас, во-первых, смотрите, какая разница в демаге, то есть смотрите, какая разница в этом, то есть игрок с такой нереальной статистикой, он не может по демаге проиграть даже, я говорю, даже мне. У него статистика в два раза лучше, чем у меня. Почему у него по демаге, допустим, в 5 раз меньше, чем у меня? Причем это у меня были дни, когда у меня каждый бой был практически вот такой, как вот этот. То есть я мог бы, там был у меня какой-то день, я вообще, то есть у меня по статистике, то есть вот каждый день. Но вот сейчас что-то они сделали, то есть не могу, я играю, сейчас меняю сервера, приходится менять сервера, чтобы что-то сделали, что-то не получается. Ну, как получается, ну не так, не айс. То есть смотрите, вот ну, даже в моей команде там 7000 у него к, а у него, ну вот у меня вот такая примерно статистика, как вот, видите, в команде практически ни одного статиста, как говорится, а здесь смотрите, первый же 7000, то есть
Очень хорошо играют. Здесь 6, почти 7 тысяч. Здесь 7 тысяч. Здесь ИС никакой. Так, следующий тоже никакой. Но все равно игроков больше в той команде. У нас там вообще никого не было практически. Ну, я еще там пару, допустим. А здесь, смотрите, здесь... Вот здесь следующий уже 6 тысяч идет. Следующий опять идет. Так, того же набрал. 5 тысяч, тоже неплохо. Вот, то есть 6 тысяч. То есть они должны просто рвать, просто метать. Как они сыграли, непонятно. То есть гораздо хуже, чем мы. С какой-то с нереальной статистикой. То есть я уже сколько раз это прочековал. Так вот, прочекал. У меня уже сколько раз такое было, поэтому я говорю, что нереально играть с такой статистикой на таком низком уровне. То есть, можете понять сами по этой статистике, что здесь что-то не так, что-то не то. Вот, так что буду, если что, говорить. Сейчас следующий бой я покажу 9 фрагов. Вот, 9 фрагов сейчас включаю. Ну, в общем, сейчас вот набью здесь 9 фрагов в этом бою, в принципе. Получилось так, что да, здесь я не планировал даже эти 9 фрагов. Надо еще сказать, что сейчас советскую технику, советскую ветку апнули, советская техника стала вообще нереальная. Тоже думаю потом прокачать там. Кое-что буду, наверное, качать. Этот объект 257 очень какой-то нереальный танк. Я его с Юдиса даже не смог пробить почему-то. Вот. По советской, да, там апнули. Вообще нереально какие-то имбовые танки стали. Так. На что надо еще сказать? Еще по статистике, да, вот если у вас такая гнилая, как говорится, статистика еще, или у вас какая-то средняя статистика, то вам могут даже статистику эту поправить, то есть исправить в сторону ухудшения, как исправить. Допустим, куча непробитий появится, куча, вот допустим, куча просто попаданий, и будете просто по танку попадать и все. То есть не пробивать. Вот вам эту статистику и испортят. Так что те, кто донатит, у них скорее всего будет попадание. И вообще снаряды будут притягиваться к вам. То есть, а у вас, допустим, даже рикошета не будет проходить. То есть вот у вас все, кто стреляет, все будут пробивать. Все, кто не стрельнул, все у вас попали, как говорится. Так что вот такая вот, ребят, статистика. Вот такие вот дела. Не стоит ей доверять, опять же, говорю, этой статистике, не смотреть там, кто как играет, этот страйк, шмайк и так далее. Просто кто как умеет, да, тот кто играет, кто тактически там играет, кто-то играет не очень, кто-то играет наоборот хорошо. То есть здесь это вообще вроде никто не играет. Можете задонатить, и у вас будет просто нереальная статистика. Купить эти прем-танки. На прем-танках статистика накрученная примерно еще на 10%. То есть, чем больше вы на прем-танках играете, тем круче у вас статистика. Вот, поэтому они всегда, даже если вы не на прем-аккаунте, у вас она все равно будет статистика более комфортнее, чем на обычных танках. То есть здесь вот уже можете даже посудить. Даже посмотрите, у вас на прем-аккаунт, вот прем-танки, которые, допустим, у кого есть. Статистика всегда выше, чем на обычных танках. По победам, там, по всему. То есть уже здесь у вас тогда статистика, она лучше. Так что вот такие дела, ребят. Если что, будет у кого-то какие-то вопросы, кто-то будет не согласен, можете спрашивать, отвечу. Вот. Да, была бы эта статистика, хотя бы какая-то, опять же, как может быть даже раньше, она была бы более честнее, тогда бы да,
что-нибудь сказал. Пока ничего не могу по статистике сказать. А вот я ей просто не доверяю этой статистике. Так, ну вот смотрите, уже вот 4 фрага, видите. В принципе, ЛБЗ единственное я здесь не выполнял никакое. Сейчас вот ее ягу задавлю. Хотя, видимо, он меня хотел задавить. Так. Ну и вот 6 фрагов. В принципе, я не планировал тут ничего набивать. Вот набил, поэтому говорю. Не старался ничего набить. Вот видите, по арте, допустим. Вот у меня уже который раз, сколько раз бывало, что по арте даже 2 снаряда подряд не пробивало арту. С пробитием просто нереальным у этого танка. То есть арту не пробивало, представляете? Вот. То есть у всех это было. У статистов навряд ли. У статистов такое не бывает. Не пробитие по арте. Причем 2-3 раза подряд. Вот. У меня такое было. Так. Вот видите, уже 7 фрагов. Ну, осталось чуть-чуть и все, как говорится. Ну, здесь я статистику не смотрел по игрокам. Статистику не смотрел. Ну, буду периодически выкладывать, может быть, смотреть, показывать. Опять же говорю. Это не одно видео по статистике. Потом еще выложу что-нибудь. Такие дела, так что, ребят, посмотрим советскую технику. Очень она сейчас стала нереально крутая. Вот, посмотрим. Буду что-нибудь качать, потом скажу. Такой вот бой, ребят, 9 фрагов. Так что, если что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Стас Кобальт, канал Стас Кобальт. Вот столько медалей завоевал. Совсем неожиданно. Вот такие дела, ребят. Так что подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки. Буду выходить периодически какие-то, если будут супер крутые бои, крутые показания, крутые эти, видите, без голды, без читов, без всяких там накруток, перекруток, без доп-пайков, без всего-всего-всего можно нормально играть. Единственное, да, если вы играете на одном сервере, надо переключаться на другой сервер, потому что становится просто некомфортно, бывает иногда. Видите, и в этом бою, видите, 5000. И по сравнению со мной, видите, смотрите, сколько это они набили. Вот, поэтому я говорю, что статистика такая, как говорится, вещь неблагодарная. Так, ну все, всем всего доброго. С вами был Стас Кобальт.